Еще раз добрый день всем. Надеюсь, вы все присутствуете. Продолжаем наше занятие. Так, сейчас посмотрю. Здравствуйте. Да, рада видеть всех, кто входит повторно. Так, пока нас маловато. Так, еще чуть-чуть подождем. Конечно, я понимаю, что два урока физики в день тяжело, но из-за того, что занятия во вторую смену, у нас вот такое с вами расписание. Так, ну давайте потихоньку начнем. Мы с вами на прошлом уроке говорили о молекулярной кинетической теории. То есть познакомились с основными понятиями, может, вспомнили из химии какие-то понятия, записали формулы, которые позволяют решать задачи по данной теме. Ну, а теперь давайте посмотрим, как можно решать задачи по теме молекулярная кинетическая теория. Так, сейчас на экран переключаюсь. Так, и запускаю. Так, экран виден? Кто-нибудь напишите, пожалуйста, а то да, я пока в начале еще не... А, все замечательно. То есть, получается, тема нашего следующего занятия – это решение задач по теме «Основные положения молекулярной кинетической теории». Так, ну, наша задача – это повторить то, о чем мы с вами говорили часа два назад, научиться применять то, что мы с вами узнали при решении задач, ну и проанализировать то, что мы с вами получим. Сразу предупреждаю по поводу домашнего задания. Значит, ваш основной учебник – это Мякишев-Буховцев. В библиотеке вы его получили. На 181 странице этого учебника у нас есть задача для самостоятельного решения. Вот я вот вам сюда принтскрин присоединил. То есть вот эти задачи у вас в учебнике есть. Ну а теперь, чтобы вам было интереснее делать, а мне интереснее проверять, с классом я задачи разделила. То есть 10 А выполняет 7-ю, 8-ю задачу. Ну, меня предупредили, что А-класс, он немножко с таким техническим углубленным изучением, скажем так, физики, математики. Поэтому, чтобы им было интереснее делать домашнюю работу. Так, мне спрашивают, а вы кто? Ну, видать, Адилет у нас не присутствовал на первом занятии. Тогда тем, кто только недавно подключился, представлюсь еще раз. То есть в этом учебном году у 10 Б и 10 В класса физику буду вести я. Так, значит, на прошлом занятии я вам говорила, не звоним. Если есть вопросы, то задаем в чат. Вот сейчас мне вот теперь отклонить. Не знаю, как с вами вот это вот, ладно, свернуть. Надеюсь, все прошло. Так, в этом учебном году с 10 Б и 10 В классом буду работать я. Еще раз представлюсь, фамилия Айтимбетова, зовут Айгуль Нурисовна. Ну, а 10 А класс остается у Ильи Викторовича. Но так как пока онлайн обучение, дистанционное, лекции идут на всю параллель, поэтому 10 класса я. Так, если вы пишете какой-то вопрос, то, пожалуйста, пишите его понятно, потому что, ну, как-то какие-то непонятные буквы не очень ясно. Так, значит, теперь возвращаемся к нашему домашнему заданию. Задачник ясен, какой это ваш учебник, номера задач у вас есть. Ну, а теперь в 12 часов я классе задание для вас высветились. Но так как я класс, еще посмотрим, как у вас получится прикреплять решенные задачи в я класс. В я класс вам не надо пока две задачи прикреплять, а только по одной. То есть 10 А решает в тетради обе задачи, но фотографирует и прикрепляет не только задачу номер 7. 10 Б и 10 В решают обе, каждый свои задачи, но прикрепляет не в Я-класс задачи только номер 3. В настоящее время, ну, классные руководители уже обратились с таким вопросом. Да, это я не учла, я просто не знала, как с вашей стороны выглядит Я-класс. Вам непонятно, по какой дисциплине задание. То есть в дальнейшем буду писать, что это задание по физике. Ну, а сейчас вот есть у вас написано там законспектировать параграф 53. Это наша физика, ваше домашнее задание предыдущего урока.
Также у вас там высветилась задача номер 3 у двух классов и задача номер 7 на странице 181 у 10 А класса. Это тоже задание по физике. То есть в тетради решаем, оформляем как положено, то есть номер задачи, дано, перевод ВСИ, решение. Потом проверка размерности, ответ, фотографируем или сканируем, кому как удобно, в формате PDF файл присоединяем. Я посмотрю, как вы решаете. Ну, во-первых, сразу предупреждаю, пожалуйста, пишите аккуратно. Если есть клеточки, значит, надо их придерживаться. Линии рисуем по линеечке. Ну, пожалуйста, не грязно. Если вдруг поняли, что что-то неправильно, ну, задача вообще-то несложная. Но если вдруг неправильно решили, ну, перепишите еще раз. Не надо мне зачеркивать и устраивать грязь. То есть решение должно быть аккуратным. Ну, посмотрим, как у вас получится. Так, здесь был вопрос у кого-то, кто не зарегистрировался в Я-классе. Ну, насчет новеньких, наверное, это, скорее всего, новенькие. Ну, этот вопрос скорее к вашему классному руководителю. Так, смотрим дальше. Ну, мы с вами должны повторить основные формулы, о которые... Так. Так, 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 несколько фотографий. Так, ну, у вас, значит, получается, если вы на прошлой лекции законспектировали и хотите сразу присоединить, замечательно. Если у вас получились две страницы, то один PDF-файл, содержащий две страницы, это сделать можно. Если у вас два рисунка, ну, там, наверное, попробуйте загрузить два раза, две фотографии, то есть, если не получится, ну, тогда сообщите, ну, наверное, можно загружать и несколько изображений. Так, потом были вопросы по поводу... Так, пропустила я уже. А, ну и задачи и лекции вместе в одном задании делать не надо. То есть у вас есть задание, решите мне задачу, значит, здесь загружаем только задачу. Если задание конспект лекции, значит, загружаем только конспект лекции. Если мне вы где-то в одном месте загрузите и лекцию, и практику, засчитаю только одно. Там поставлю невыполнение. То есть, пожалуйста, слушайте или внимательно вчитывайтесь в задание, обязательно выполняйте его. Так, проскочили вопросы, сейчас не успела, в конце пары посмотрю. Ну, а теперь давайте вспомним наши основные понятия и формулы. Мы с вами ввели число Авогадро или постоянное Авогадро, которое то есть обозначается NA, которое является фундаментально постоянной и равна 6,2 умножить на 10^23 степени моль в минус первой степени. То есть 1 моль любого вещества содержит вот такое количество структурных единиц. То есть это могут быть атомы, это могут быть молекулы, это могут быть ионы, это могут быть электроны, без разницы, главное 1 моль вещества. Количество вещества обозначается буковкой ню, вот она у нас, эта буковка ню, и количество вещества, чтобы найти, нужно общее число атомов или молекул n большое разделить на постоянную Авогадро. Также количество вещества можно еще определить через массу вещества m маленькая и молярную массу вещества m большое. То есть количество вещества равняется отношению массы вещества на молярную массу. Ну, масса вещества у нас измеряется в килограммах, надеюсь, вы это все помните, в Си, а молярная масса в Си измеряется в килограммах на моль. Ну и еще последняя формула, которая вот, ну, как бы получается из преобразования предыдущей, то есть если меня интересует, а сколько атомов содержится, например, в М килограммах какого-либо вещества, то я должна воспользоваться последней формулой. То есть чтобы найти количество атомов N, я должна постоянную Авогадро умножить на массу вещества и разделить на молярную массу. Но напоминаю еще раз, что количество вещества, то есть что количество частиц n, вот оно n, оно является величиной безразмерной, то есть единицы измерения нет. Но можно, конечно, в ответе там написать штук или атомов, а вообще n величина безразмерная. То есть вот эти величины и вот эти формулы мы с вами вели на прошлом занятии. Ну, теперь давайте посмотрим, какие мы сегодня с вами будем решать задачи.
Так, открываем тетрадочки, записываем задачу номер один. Это с вашего учебника на странице 180. Условия задачи следующие. Определите малярную массу воды, а затем массу одной молекулы воды. То есть вот такая довольно-таки простая задача стоит перед нами. То есть вы в тетради пишете задача номер один. Потом записываем дано. Что нам по условию дано? Ну, из таблицы Менделеева мы можем посмотреть атомную массу, да, получается, нашего молекула воды – это H2O. То есть молекула воды содержит два атома водорода и один атом кислорода. Атомная масса водорода из таблицы Менделеева значение взяли, атомную массу кислорода из таблицы Менделеева значение взяли. То есть вот это мы берем исходные данные из таблицы Менделеева. Теперь нам нужно найти малярную массу, а малярную массу мы с вами обозначили буковкой М большое, и найти массу одной молекулы воды. Ну, масса одной молекулы или масса одного атома обозначается М нулевое. В вашем учебнике тоже идет такое же обозначение. То есть мы с вами записали дано. Теперь нужно перевести в Си. Но так как здесь все величины и так даются в международной единице, то есть здесь ничего в Си переводить не надо, этот столбец у нас остается пустым. То есть тетрадочки дано, надеюсь, вы все дружно записали. Так. А мы сейчас ее округлим. Да, то есть мы взяли прямо из таблицы Менделеева, в дальнейшем мы с вами будем округлять до целых. То есть с такой точностью, с точностью до 5 знаков после запятой не надо. Такая точность нам понадобится в конце 11 класса, когда мы с вами будем решать задачи по ядерной физике. Вот тогда 5 знак играет роль. Здесь округляем. Так, ну теперь нужно решить. Давайте посмотрим, как мы будем решать задачи. То есть вначале находим молекулярную массу. То есть молекулярная масса – это, мы знаем, что молекула воды содержит два водорода плюс один атом кислорода. Ну вот я округлила, 18. Но у нас просят найти не молекулярную массу, а напомню, что молекулярная масса – это отношение массы молекулы к 1/12 массы атома углерода. То есть вот получается 18. Нас просят найти малярную массу. Ну, из молекулярной массы в малярную очень просто преобразовать, да, просто дописываем, скажем так, граммы на моль. Но грамм на моль так вы делаете по химии, а в физике все единицы измерения малярной массы – это килограмм на моль. Мы вспоминаем, что грамм – это 1/1000 килограмма. И вместо грамма пишем 10 минус 3 килограмм. Получается, малярная масса будет 18 умножить на 10 минус 3 килограмм на моль. На один вопрос, поставленный в задаче, мы с вами ответили. Теперь у нас остается следующий вопрос. А какова же масса одной молекулы воды? То есть мы вспоминаем, что малярная масса – это масса одного моля. А в одном моле у нас частиц сколько? Постоянная Авогадро. То есть все дружно, вот эта толпа частиц, количество которых Na, имеют вот такую массу, m большое. Тогда нам нужно найти массу одной молекулы, m нулевое. То есть что мы должны сделать? Ну вот еще раз просто написала, что малярная масса – это масса одной молекулы умножить на количество. А количество их в одном моле – это число Авогадро. То есть чтобы найти массу одной молекулы, нужно малярную разделить на число Авогадро. Подставляем, то есть подставляем малярную массу, подставляем наше число Авогадро, это фундаментально постоянно, мы в течение первой четверти должны обязательно помнить, ну и желательно, чтобы вы ее помнили и в дальнейшем. И в результате получается 3 умножить, ну примерно, 3 умножить на 10 минус 26 степени килограмм. Ну, я вам говорила на прошлом занятии, что масса молекул или атомов, ну, порядка 10 минус 26 степени килограмм. Да, презентацию отправлю, да, вечером свяжусь с вашими классными руководителями. Так, почему не видно? Вам что-то мешается в углу? То есть я вот еще пока не очень знаю, как у вас это отображается. Говорят, что в углу мое изображение, да, идет? Так, ну тогда учту, то есть посмотрю на канале, как это отображается с вашей стороны. И, а, четкость плохая. Качество. Ну, извините, это уже интернет-канал такой, наверное. Так, у вас предыдущий урок тоже плохо транслировался или только сейчас физика?
Ну, наверное, может, нагрузка на школу слишком большая, поэтому просто не выдерживает наш интернет. Так, ну тогда презентацию отошлю, посмотрите поподробнее. Ну, задача, в принципе, несложная, может, кто-то уже и сам сообразил. То есть подставляем значение, получаем. Самое главное, чтобы вы знали, что раз масса порядка 10 минус 26, то есть элементарные частицы имеют массу там порядка минус 27 степени, атомы имеют массу порядка 10 минус 26 степени. Ну и во всех задачах, что мы делаем, это проверяем единицы измерений. Так, то есть нам нужно проверить, если единица измерения получается нужная, значит мы задачу решили правильно. Если вдруг единица измерения не попала, то тогда, так, немножко иногда вопросы не по теме, поэтому не сбивайте, пожалуйста, задаем только по существу. Если единица измерения не совпала, значит вы что-то намудрили в формуле. Ну, у нас слишком простая. Малярная масса у нас измеряется в килограммах на моль. А число Авогадро измеряется единицы на моль. То есть вот мы с вами, получается, малярная масса килограмм на моль, делим на моль минус первой степени, моль и моль у нас сокращаются, остается килограмм. То есть получается, М нулевой измеряется в килограммах. Ну мы, да, знаем, что масса измеряется в килограммах, значит проверка размерности показала, что, наверное, задачу мы решили правильно. Ну, в итоге ваша задача в тетради должна выглядеть вот таким вот образом. То есть вы и домашние задачи тоже оформляем аналогично. Ну, помимо номера задачи, дано, перевод все, решение, проверка размерности, ответ. То есть все должно, то есть все вот эти пункты должны быть обязательно. Так, ну теперь давайте посмотрим другую задачу. Из блюдца тоже ваш учебник, задача номер 3. Из блюдца испаряется вода массой 50 грамм за 4 суток. Определите среднюю скорость испарения. Число молекул воды, вылетающих из блюдца за 1 секунду. Ну, среднюю скорость испарения я вот обозначила буковкой В, то есть пусть это будет скорость. Масса 50 грамм, время 4 суток. Малярная масса в дальнейшем, все-таки мы с вами уже, вы знаете хорошо химию, поэтому малярную массу записываем сразу в дано. H2O 16 плюс 2 умножить на 1 получается 18 грамм на моль. Все эти единицы измерения не все, поэтому нам нужно перед началом решения все перевести в все. Но 50 грамм, грамм это 10 минус 3 или 5 на 10 минус 2 степени килограмм. 4 суток, в сутках 24 часа, в каждом часу 3000. 1600 секунд, если все это перемножить, получится 345 600 секунд, то есть за такой промежуток времени. Ну и малярная масса, граммы, переводим в килограммы, получается 18 на 10 минус 3 килограмм на моль. То есть дано записали, все перевели, начинаем решать. Так, ну вначале нужно определиться, что такое скорость. То есть скорость, это у вас написано, число молекул, вылетающих за 1 секунду. То есть надо все число молекул, которое испарилось за 4 суток, разделить на весь период времени, то есть на весь период времени 4 суток. Ну, смотрим теперь. Время у нас есть. Все нормально. У нас нету n. Сколько же молекул у нас? Но у нас известно, что испарилось 50 грамм. А мы с вами говорили, что если нам известна масса вещества, то количество атомов или молекул в этой массе определяется вот по этой формуле. N равняется NA, масса разделить на малярную массу. Ну, то есть эту формулу подставляем в числитель, делим на знаменатель, проводим небольшое преобразование, чтобы у нас была одна дробная черта, не трехэтажная дробь. Получаем вот такую формулу. То есть, что скорость испарения – это число Авогадро умножить на массу в числителе. В знаменатель у нас идет малярная масса и время. Из дано подставляем все значения и получаем, что у нас скорость испарения составляет 4,8 умножить на 10 в 18 степени секунда минус первой степени. То есть получается вот столько частиц у нас испаряется каждую секунду. Ну а теперь нам нужно проверить единицу измерения. Да? Так, ну смотрим. NA, единица измерения постоянной Авогадро, моль минус первой степени. Масса измеряется в килограммах.
Малярная масса измеряется в килограммах на моль. Время измеряется в секундах. Ну, провожу небольшие преобразования и вижу, что килограмм и килограмм у меня сокращаются, моль и моль у меня сокращается, остается секунда в знаменателе или секунда в минус первой степени. То есть размерность совпадает со скоростью испарения молекул. То есть проверка размерности показывает, что задачу мы решили правильно. Ну и в итоге у вас в тетради должно быть вот такое решение. То есть дано, перевод ВСИ, решение, проверка размерности и ответ. Только в этом случае задача по физике считается решенной правильно или полно, скажем так. Так, ну и следующая задача. Сейчас я только вспомню. Да, вот следующая. Задача номер 6. То есть это наша задача для... Так, вы не успели переписать? Или у кого-то вопросы по ходу решения? Так, у нас время, в принципе, есть. Если что-то непонятно по этой задаче, чтоб я не торопилась, скажите мне, пожалуйста. То есть напишите мне, пожалуйста. Так, ну вроде бы все молчат. Значит, надеюсь, что успели. Ну и давайте перейдем к следующей задаче. Это шестая задача ваших задач для самостоятельного решения учебника. На странице 181 условие такое. Определите число атомов в меди объемом 1 кубический метр. Малярная масса меди нам известна из таблицы Менделеева, но она по условию задачи дается, плотность тоже дается. Так, вопрос, что учебник физики вам, то есть учебник физики Мякишев-Буховцев черненький на 181 странице, если откроете, то такую шестую задачу увидите. Так, ну теперь смотрим, в си ничего переводить не надо, потому что здесь у нас метр в кубе си, килограмм на моль в си, килограмм на метр в кубе тоже си. То есть вроде бы у нас все нормально, приступаем к решению. Так, смотрим, то есть... Чтобы найти общее число атомов, мы воспользуемся формулой, которую узнали на прошлом занятии. То есть постоянная Авогадро умножить на массу, разделить на малярную массу. Теперь, что нам известно? Малярная масса нам известна. Число Авогадро это постоянное, тоже известно. А вот М давно у нас нету. То есть массы, сколько же у нас меди, нам неизвестно. Поэтому мы с вами должны как-то из того, что имеем, массу выразить. Но мы знаем, что плотность – это отношение массы на объем. Тогда получается, что масса – это произведение плотности на объем. Полученную формулу для массы подставляем в первую формулу в числитель. И получается, что NA, то есть N, наше число атомов меди, это постоянная Авогадро умножить на плотность, умножить на объем и разделить на малярную массу. То есть вот такая у нас итоговая формула. Так, 10 класс. Давайте так. В принципе, я вас не знаю, поэтому, конечно, ну только если чат подниму, посмотрю, кто это пишет. Просто так не задавать вопросы не надо. То есть если вопросы по существу, тогда пишем. Если качество плохое, ну, извиняюсь, это к техподдержке. То есть... Здесь уже ничего сделать не смогу. Ну, может быть, потом, когда будет на YouTube-канале, может, там, ну, там, наверное, такого же качества. Ну, поэтому говорю, презентации я вам отправлю через классных руководителей, посмотрите поподробнее. Так, поэтому в чате пишем только вопросы по теме, чтобы меня немножко не сбивали. Так, рабочую формулу мы с вами получили итоговую, ну теперь в нее подставляем значение. Все в дано есть, ну, кроме постоянного Авогадро, мы ее знаем. Подставляем, считаем и получаем 8,53 на 10,28 степени секунды, то есть 10,28 степени. То есть получается, в куске меди объемом 1 кубометр у нас содержится вот такое большое количество атомов меди. Ну, что нам еще нужно сделать? Нам нужно проверить единицы измерения, то есть размерность. Да? Смотрим, число Авогадро, единица измерения, моль минус первая. Потом идет плотность, у плотности единица измерения килограмм на метр в кубе. Потом идет объем, объем измеряется в метрах в кубе. Потом идет малярная масса. Ну, малярная масса измеряется в килограмм на моль.
Но в результате преобразования видим, что килограмм-килограмм сокращается, моли-моль сокращается, метр-кубе сокращается, у нас вообще не остается единиц измерения. То есть величина у нас безразмерная. Ну вот пишу единичку, говорю о том, что величина безразмерная. Но если величина безразмерная, то вообще-то так и должно быть, да? То есть число атомов – это величина безразмерная. Отсутствие размерности нам говорит, что задачу мы решили верно. То есть мы с вами все шаги сделали, и в итоге в тетради у вас должно быть дано, столбец Си пустой, потому что все нормально, решение, расчет, то есть наша рабочая формула, расчет по этой рабочей формуле, проверка размерности и ответ. Если все это есть, значит задача решена. Так, ну а теперь у нас с вами время еще осталось, да, хорошо. По-моему, задача это, да, нет, не отключаемся, то есть давайте я щелкну в обратную сторону, время у нас еще есть, ну а так как у нас нет, я же говорю, не отключаемся, время у нас еще есть. Ну а так как я вас не знаю, но давайте теперь вы доказываете, что ваша школа это все-таки школа с хорошим уровнем подготовки. Калькулятором пользоваться? Да, конечно. Калькулятором дома вы будете пользоваться. На занятиях, когда выйдете, тоже будете решать на калькуляторе. Так, давайте теперь посмотрим, что у нас там в чате. Да? Так. Поспрашиваю немножко. Да, скажите мне, пожалуйста, 9 класс. Илья Викторович, я рада за Илью Викторовича, если он вас так хорошо подготовил. Так, отключаюсь от этого режима, теперь, чтобы я чат ваш видела. Ага. Так, скажите мне, пожалуйста, тогда, предположим, 7 грамм на сантиметр в кубе, сколько это будет в Си? 7 грамм на сантиметр в кубе, сколько это будет в Си? Не угадали, Адилет? Ну, теперь угадали. 70 неправильно, то есть 7000 килограмм на метр в кубе, замечательно. Скажите мне, пожалуйста, если скорость тела увеличилась в 2 раза, во сколько раз увеличилась кинетическая энергия тела? Скорость тела увеличилась в 2 раза, во сколько раз увеличилась кинетическая энергия? Ну, Никита у нас ответил правильно, да, в 4 раза. Ну, а теперь давайте так. Я тело подняла вначале на 1 метр, а потом подняла на 2 метра. То есть высоту поднятия тела я увеличила в 2 раза. Во сколько раз увеличилась потенциальная энергия тела? Никита, молодец, действительно в 2 раза. Ну, тогда давайте так. В обратную сторону. Кинетическая энергия, предположим, тела увеличилась в 9 раз. А во сколько раз увеличилась скорость? Так, Никита, ладно, спасибо, в 3 раза верно. Ну, тогда, конечно, степени у вас, ну, с квадратом, да, с квадратным корнем. То есть вы теперь должны в обратную сторону немножко сделать.